Друзья, приветствую всех. Скажу сразу, это видео не только для парней, оно и для девушек. Девушкам нужно будет просто перевернуть мои слова. Итак, отвечаю на довольно-таки распространенный вопрос. Стоит ли ждать идеальную девушку? Я буду все рассказывать только со своего опыта. Смотрите, здесь все зависит от двух вещей. Первая вещь. У вас должно быть видение. Вы должны четко понимать, куда вы стремитесь. И вторая вещь, у вас должна быть вера. Если у вас есть видение, если вы верите, конечно же, стоит ждать. Если у вас этих вещей нет, не стоит, не дождетесь. Вообще люди, у которых нет видения, они как бы такие вопросы и не задают. Они себе там тусуются, шляются, и всю жизнь они будут несчастные, да? Если вы уже задаете такие вопросы, вы как бы понимаете, да, какой жизнью вы хотите жить. Смотрите, если у вас есть видение, да, вы четко будете понимать, какой человек вам нужен. Вы будете уважать себя, вы не будете с кем попало. Что значит уважать себя? Это когда у всех твоих друзей есть девушки, да, а у тебя нет. Потому что, ну, ты не можешь быть с кем попало. А человек, который себя не уважает, как скажет? Блин, у всех моих друзей есть девушки, я что, лох, да? Пускай эта девушка мне не нравится, но я буду с ней, чтобы не стыдно было перед пацанами. Вот так будет думать человек, который себя не уважает. Самое сложное здесь – это вера. Вы должны найти свою веру. Я вам скажу так, это очень, как бы, непростой путь. Я долгое время был без девушки. Когда уже у всех были девушки, я один был без девушки. Но я знал, чего я хочу. И дождался свою единственную, свою идеальную женщину. Вот, например, в студенческие времена меня окружало очень много, как это сказать правильно, давайте так, приземленных девушек. Очень много приземленных девушек. Вы знаете, что я мечтатель, я стремлюсь, да, а вот вокруг меня были такие девчонки, ну, они красивые, веселые, да, с ними весело в компаниях, но они приземленные, они не стремятся, не мечтают. И когда ты с такой девушкой наедине, да, ну, как бы, нам не о чем было говорить. И когда вот я спрашивал там, о чем ты мечтаешь, да, она мне говорила, ой, да, это все херня, лишь бы этот сраный универ побыстрее закончить. Ну, вот какие были разговоры. Да, были девчонки и творческие. Они мечтали, они стремились, но они были мега депрессивные, очень депрессивные, вот. А вы знаете, что я не люблю негативных людей. То есть я сразу понимал, какая женщина мне нужна, прям сразу понимал. И вот когда я встретил свою жену, ну, она отличалась кардинально вот от всех. Она красивая, умная, веселая, добрая, она стремилась, она мечтала, она воспитанная, она английский знала в совершенстве. Я думаю, ого, вот эта женщина, да? И когда мы с ней общались наедине, она рассказывала о своих мечтах, рассказывала, как она хочет вырваться там из этого города. И я такой же, и я рассказывал ей о своих мечтах. Наконец-то я встретил человека, с которым мы можем вот обсудить мечты. Я до этого не встречал таких людей. Моя жена очень сильно отличалась от всех там ее подруг. Когда вы в компании, да, вам весело, вы общаетесь на какие-то общие темы, вы поддерживаете разговор, и вы можете как бы не узнать человека, да? Ну, как бы я уже видел, какая она. Но она при личном общении, можно сказать, раскрылась. Ну, у вас сразу возникнет чувство, да, что это ваш человек, сразу. Если, конечно же, у вас есть видение. У меня было это видение, я четко понимал, да,
какая женщина вот мне нужна, с какой женщиной я хочу строить будущее. В общем, ребята, я дождался. Я дождался, и если у вас есть видение и вера, однозначно стоит. Стоит, конечно же, ждать. Хотелось бы, да, чтобы вы нашли свою женщину как можно раньше, но это все равно, я думаю, произойдет в более взрослом, таком осознанном возрасте. Если, не знаю, вы нашли свою женщину там в школе, да, вот, ну не знаю, да, я не знаю, просто сейчас изменился мир. Дай бог, чтобы у вас все было хорошо, если вы чувствуете человека, если вы понимаете, что это ваш человек. Помните мою цитату? Это цитата на моем опыте. Чтобы построить успешные отношения, ваши взгляды и жизненная философия должны быть одинаковыми, чтобы вы вместе развивались и поддерживали друг друга, а ваши интересы должны быть кардинально разными, чтобы вам было вместе интересно. Вот, так было у меня. У нас кардинально разные интересы. Я открываю жене что-то свое, ей интересно, она мне показывает что-то свое, и мне интересно. И вот так вот мы дополняем друг друга. А наша вот жизненная философия, наша семейная философия, вот, она у нас одна, одна на двоих. И вот у нас есть путь, у нас есть цель, общая цель, куда мы стремимся. И поэтому, да, какие-то невзгоды сбивают нас с пути, но мы возвращаемся в колею, да, потому что у нас есть общая цель. Мы живем по одной как бы философии, и поэтому мы вместе. Смотрите, ваш идеальный человек – это тот человек, я не буду говорить банальные вещи, который верит в вас, который вас поддерживает, да, это все понятно. Это должен быть такой человек, которому вы будете благодарны даже в самых тяжелых жизненных ситуациях. Вот когда у нас были отношения на расстоянии, жена была в Америке, я был в Украине, были очень сложные отношения, и я все равно сквозь слезы благодарил жену, тогда еще не жену, благодарил за те моменты, которые она мне подарила. Я был ей безумно благодарен. Понимаете? Когда вам тяжело, вы не хотите там послать, да, человека. Нет, а наоборот, вы благодарите. Вот если есть такое чувство, это ваш идеальный человек. И ради такого человека стоит жить. Ради такого человека стоит преодолеть все трудности. И поэтому я через всю боль, через все сложности, через все испытания шел навстречу любимому человеку, делал, в общем, все, чтобы быть рядом. Вот каким должен быть ваш идеальный человек. В общем, ребята, на этом прощаюсь. Главное, верьте. Главное, верьте, и вы найдете своего идеального человека.